Ну что ж, мы сегодня говорим о плохих дорогах. Ну, нужны какие-то новые решения, революционные. Может быть, надо вообще передвигаться иначе по ним. А, так, во всяком случае, поступают дрифтеры. Кто это? Отлично знает Оля Марами, которая теперь в самом, что ни на есть, онлайне, прямо здесь, в студии. Оля, доброе утро. Да, доброе утро. Рассказывай. Я очень давно мечтала познакомиться с авторами моих окошек. И эти ребята стали победителями как раз сегодняшнего выпуска. И мне повезло с ними не только познакомиться, но... И, собственно, прокатиться на этих супертачках, на огромных скоростях, на огромных каких-то страшных поворотах. И я была не за рулем, но была на пассажирском сидении. А возникли соблазн сесть за руль? Вы знаете, я взяла на всякий случай с собой водительские права, но они не пригодились, я даже не стала спрашивать, потому что скорости невероятно большие. Это было, знаете, где-то 150 миль в час. О, боже. То есть это больше 200 километров в час? Да, 210-250 километров в час. Да, но я на всякий случай спросила у водителя, это вот Сергей Кабаргин за рулем, на второй машине Павел Смирнов, на всякий случай уточнила, любит ли он жизнь. Потому что, знаете, это было так страшно, так вот на грани, мне казалось, что... Они не понимают, что они делают. Но они прекрасно понимают, потому что они профессионалы. Они управляют этими заносами. Оль, я бы не села. Вот честно говорю, я бы ни за что не села в такую машину. При всем уважении и доверии. А скажи, пожалуйста, почему эти машины как будто уже неоднократно битые? Они какие-то вот. Раздетые. Это уже... Это все потому, что проходят бесконечные тренировки. Задача не столкнуться, задача максимально приблизиться. Но иногда... Такое танго на колесах. Да, происходит. Это такое агрессивное все-таки танго, да. Ой-ой-ой. А вы как раз... Произошло это соприкосновение, когда ты... Вот, между прочим, один разочек это. Это было. А я вижу, было, меня да. Хорошо. Мне было и страшно, и хорошо, и приятно, и это все очень смешанное чувство. Ну, собственно, как в фильме «Такси 2», может быть, кто-то припомнит. Но все обошлось, я жива, видите, как здорово, у меня масса эмоций. Остановите маршрутку, я заплачу два раза. А скажи, пожалуйста, ты не вот это вот, ну, однажды испытав этот адреналин, ты не хочешь вообще еще раз попробовать и... Не увлеклась ли ты? На самом деле, ребята даже пригласили. Сказали, что когда будет другая поверхность, не мокрый асфальт, а сухой. И там больше сцепления, там больше вот этих вот заворотов. Я просто вот, дым вот этот валит. Да. И если, конечно, срастется, я буду очень рада. Оля, не бери меня с собой. Все, Оля, дорогая, теперь в воскресенье никакого шопинга, а сплошной дрифтинг. Ты поедешь? Правильно я понимаю? Я однозначно. Все, я решаюсь на это дело. Если, ребята, много тумана, это мы с Олей едем по стране.